Всем большой привет! Меня зовут Юля, рада видеть вас на своем канале. Обязательно подписывайтесь, спасибо за лайк. Сегодня пойдем с вами в большой светофор под названием «Маяк». Будем смотреть посуду. Два выпуска из этого магазина у нас уже с вами было. Кто не смотрел, обязательно посмотрите. Было много всего интересного и бюджетного. А сегодня я вам желаю приятного просмотра. Завезли очень много крышек стеклянных. Они 24 сантиметра в диаметре. Материал стекло жаропрочное. С элементами пластика. Пластиковая это вот эта ручка. Стоит такая крышка 96 рублей. И прямо коробами они сейчас стоят. Их не было. Дальше сковорода 696. Антипригарное покрытие 26 сантиметров в диаметре. И она, смотрите, какая глубокая. Такой сотейник. У меня есть подобный. Очень долго он уже у меня служит. И, в принципе, все в нем меня устраивает. Сковорода ВОК из углеродистой стали, диаметр 32 сантиметра, 517 рублей. Вижу, что был большой завоз посуды. И снова подвезли к нам вот эти вот жаропрочные формы для запекания. Многим они понравились. Сейчас ценник не указан. Конечно, здесь есть вот эти вот кувшины по 110 рублей на 1,7 литр, стекло и пластик. Но есть еще и набор посуды. Кувшины 2 стакана, 170 рублей, кувшин на 1,7 литра и 2 стакана. Вот такие вот обычные на 230 миллилитров в этом стаканчике. Но кувшины также можно выбрать. Смотрите, есть вот такие вот в ромбик. В принципе, все то же самое, что и в одиночке. Много их завезли. Упаковок много. А здесь у нас доски стеклянные, разделочные. Тоже завезли много разных орнаментов на ней. Разные по дизайну. Мы их с вами видели и ранее. Но сейчас поступили они снова. 30 на 40 сантиметров размер. Глубокие стеклянные салатники от Паша Бахче, 21,5 сантиметров они в диаметре. Цена, к сожалению, не указана. Друзья, если я цену говорить вам не буду, то значит она не указана. Потому что вы иногда спрашиваете, а цена, например, того стакана или той вазы. Но, к сожалению, во-первых, я не помню, даже если и была бы цена. Но я всегда внимательна с этими делами. Здесь у нас, смотрите, ваза сервировочная по 227 рублей на красивой ножке. Выглядит как хрусталь. Чайные наборы по 1400, белые, очень симпатичные. Давайте посмотрим, приоткроем. Окантовочка здесь с добавлением каемочки золотой. Кружка «Цветы» на 350 миллилитров, 62 рубля. С одной стороны цветочки есть, с другой просто белые. И внутри тоже красота цветочная. Цветы, кстати, разные. Вот такой букет есть. Сделаны очень хорошо. Давайте посмотрим. Это у нас фарфор, назначение бытовое. Стеклянная кружка, называется «Бабочка». Выбит рисунок бабочки на ней. 35 рублей, 300 миллилитров. Подвезли набор салатников с крышками. 200 рублей стоит такой набор. Я буду округлять, как вы просите. Вот они, кто-то их уже подоставал. От самого маленького вот по крышечке видно диаметра. И вот самый большой, это вот как вот эта вот чаша. Я вам покажу поближе диаметры. Два вида расцветок крышек у нас, голубые и красные. Сами салатники стеклянные и прозрачные. По кружкам здесь огромный ассортимент. По 60 они, по 50. Всякие разные. Какие красивые вазочки. Я так думаю, что это ваза сервировочная. Стоит она 60 рублей одна. Материал стекло. Очень красиво смотрится, когда их много. Тарелка сервировочная.
82 рубля. 18 сантиметров она в диаметре. Сделана в Иране. Салатник янтарного такого цвета с листиком. 123 рубля. 16 сантиметров в диаметре. Такого же плана есть большие салатники, глубокие. 238 рублей. С узором. Снова этот листик один. Очень красиво так затемнено стекло само. Снова завезли к нам восточную серию. Вот эти салатники по 71 рублю. Мне она очень нравится. Сделано просто шикарно. Это материал фарфор. Сделано в Китае, но фарфор очень хороший. Голубая каемочка. У нас их два варианта расцветок. И есть еще вот такая. Перышко и цветочки. Хорошо их берут, разбирают. Периодически их здесь не бывает, когда я приезжаю вот снимать. 71 рубль, 670 миллилитров, 15 сантиметров в диаметре. Красота. Сервировочные вазочки. Посмотрите, как их много. Прям здесь как никогда завоз классной посуды. По 214 рублей. Недешево, она такая маленькая. Стеклянная, но очень красивая. Листики, посмотрите, они здесь матовые. Я не знаю, откуда сбежала вот эта тарелка, но она очень красивая. Стоит здесь одна денешенька. Думаю, что какой-то должен быть или сервиз. Буду, в общем, искать. Посмотрите, какая красотка. Набор бокалов для шампанского. Хорошо их разбирают. Сейчас доставала из короба. 380 рублей. 6 штук в наборе. С красивым принтом. Дизайн такой симпатичный. Длинная ножка. 6 штук. В принципе, нормальная цена. Это стекло. Керамические горшочки для тушения с крышкой на 600 миллилитров. 57 рублей. Смотрится точно как будто глиняный. Всегда они есть в наличии, всегда их завозят, потому что невероятной вкусноты получаются там блюда. Правда же? Набор посуды из стекла на 19 предметов, 1160. Стекло вот такое будет тонированное. Дымка называется. Мы с вами, в принципе, видели его уже неоднократно, данный набор. Но покажу вам еще раз, что есть он в наличии. Здесь чашки, салатник и тарелки входят в набор, в комплект. Новая посуда появилась. Marinex производит. И я смотрю, что произведено в Бразилии. Диаметр данной тарелки 19 сантиметров. Это опаловое стекло. Стоит именно такая 65 рублей. Но они есть еще меньше. Вот она. Хотя нет, это такая же. Видимо, салатик я еще видела. Вот такой он поглубже. И здесь 22 сантиметра в диаметре. Посуда вся белая. 86 рублей стоит этот салатник. Еще нашла одну тарелку. На нее ценника что-то не нашла я. 25 сантиметров в диаметре. Завезли их здесь много. Прямо коробами лежат. Но ценник еще не вывесили. Вот здесь тоже у нас тарелочки. Стекло упрочненное. Это все от Luminarc. По расценкам. Суповая 94, обеденная 97. И вот они все здесь у нас есть. Суповые, поглубже обеденные, немножечко другой дизайн вот здесь вот будет. Всегда вот этой посуды белой с красной здесь прям много. Наборы ножей из нержавеющей стали, 6 предметов, 451 рубль. И здесь у нас две основы. Есть пластиковая и есть деревянная. Вот я выставила показать вам поподробнее именно два этих набора. Подставки похожи, как сейчас у нас в фикс-прайсе. Ножницы входят в состав. И, конечно же, сами ножи. Ну, качество уже, конечно, смотрите сами. Но так ничего.
Ножки, кстати, есть, чтобы не поцарапать основание само поверхности. Укрывной материал, секреты роста, 3,2 на 10 метров, 170 рублей. Вот он здесь лежит упакованный. Для сельскохозяйственного назначения. И рядом лежит еще для парника. Здесь тоже упаковками целыми завезли. Тоже какой-то укрывной материал. Для рассады боксы. Торфяные горшочки. Цена не указана. Лук севок в ассортименте 235 рублей. 2-килограммовый. Кстати, не пророс еще. И он крупненький, смотрите. Весь такой прямо ничего. Хорошенький. Далее у нас секреты роста. Это у нас не тканное укрывное полотно для сельскохозяйственного назначения. Размер 1,6 на 10 метров. Цвет черный. Тоже еще нет ценника, к сожалению. Смородина красная. Цветочки. Саженцы. Давайте дальше смотреть. Мечта червяка. Все это есть и в светофоре. Вау, только вы посмотрите, какая тут прелесть. Фигурки садовые. Ни разу не видела здесь у нас их вообще. Да и в светофоре не видела. Какие они все классные. Сейчас посмотрим по ценам. Из полистоуна 700 рублей 35 сантиметров размер. И если 15 сантиметров 232. В общем, высокие стоят по 700 рублей. Очень красивые все фигурки. Орел какой большой. Аист. И кошечка есть. Все милые. Я даже не знаю, кто мне понравился больше. Здесь саженцы плодовых кустарников. 104 рубля. Здесь и смородинка красная и черная, и малинка. Пневматический распылитель 2-литровый. Гидроагрегат 276 рублей. Есть еще большие вот такие. Но цену не вижу на него. Много их тоже завезли. Давайте посмотрим. Наверное, он на 6 литров. На 6 литров, да. Вот эти ячейки для рассады по 43 рубля. 28 ячеек. Что у нас здесь еще? Садовый вар, защита деревьев. Заживляет раны после обрезки ветвей. Не вижу, к сожалению, сколько стоит. Тут стоит здесь. Видимо, хотят выложить, но еще не выложили. Еще что-то тут у нас для сада и огорода. Для септиков и выгребных ям 75 грамм. Контейнер хозяйственный на 10 литров 103 рубля. Вы очень хвалите его. Верю, что хороший, удобный и вместительный. Много чего можно там разместить. Здесь у нас уже посуда из нержавеющей стали со стеклянной крышкой. Маленькая, ковшики есть, побольше литраж. На 2 литра 351 рубль стоит. Эмалированная кастрюля большая. Я смотрела, где они обычно стоят. Их нет, видимо, только завезли. Вот тут стоят короба и внутри разные кастрюли. Поэтому с ценами пока на кастрюльке вам не скажу. Ну вот разные. Снова завезли маленькие эмалированные. Их очень хорошо разбирают у нас. Далее набор посуды из нержавеющей стали на 6 предметов. Здесь, конечно, они уже вытаскивались не раз. Все они с крышечкой. В итоге будет большая кастрюля на 2,8 литров, поменьше на 2. И вот такой ковшик
на 1,4 литра. Все они с крышками. Посуда неплохого качества. Казан, объем 6 литров, 670 рублей. Вот он. Тоже завозят. Появился противень 23 на 30 сантиметров. Производится в России. Это Калитва. 234 рубля. 230 на 300 размер миллиметров, если. Много пластикового всего, нужного в хозяйстве для дома. Но я вам это уже показывала неоднократно, поэтому покажу общим видом сейчас. Здесь такой порядок навели, прям вообще все по местам, по своим. Очень приятно сейчас. Молодцы продавцы. Это у нас напольная вешалка для одежды. 845 рублей она стоит. Много их, много. Это металл, но окрашенный коричневатого такого цвета. Сушилка стоит. Ценник не вижу пока. Если увижу, то скажу. Табурет стандарт, вот такой серый, 217 рублей. Красная цена. Максимальная нагрузка 150 килограмм. Мини-прихожая 1680 рублей, цвета в ассортименте, размер 2007 на 300 на 750. И рядом полка кубик 666 рублей, вот просто вот такие вот кубики будут. Здесь вот они есть, кстати, их подсобрали, вот наверху стоят на комоде. Дачная кухня также в ассортименте. Очень хочется, чтобы у нас в городе ее собрали. Мебели, в принципе, много. Вот здесь вижу, что белый цвет, даже столешница вот видна. Где-то я видела в каком-то обзоре один раз, наверное, всего лишь собранную ее. Несколько там идет как бы столов. Далее стол письменный 750 на 1000 и на 600. 2262 рубля. Тоже не знаю даже, что это и вообще, как он выглядит. К сожалению, так. Далее у нас здесь очень-очень много самоклеющейся пленки по 208 рублей. Вот разные цвета, темные, светлые, все есть. Аккумуляторный фонарь маленький по 95 рублей. А здесь уже светильник потолочный, светодиодный, 410 рублей. Достали его один из упаковки. Вот здесь он, кстати, такой материал какой-то интересный, гнется. Холодный белый свет. Здесь, кстати, на все, смотрите, красные ценники. Почти на все. Качели подвесные детские, вес до 25 килограмм, 240 рублей, вот они лежат. Вешалка для одежды, 261 рубль. Их несколько вот есть по серьезней. Есть такие не очень, кажется, как будто хлюпенькие. Сушилка на батарею, 180 рублей. Вот они. И также лоток для обуви, 70 на 37 сантиметров, 98 рублей. Вон они лежат, как в светофоре, в фикс-прайсе. Здесь у нас сушилка для белья, 400 рублей, которую мы видели с вами. Завезли у нас раскладушки, 1080 рублей. Вот они здесь. Красивая расцветка, пружины, все, что нужно, вся информация здесь есть. Производит Республика Беларусь. Гладильные доски по 500 рублей. Тоже их вариант огромный. Цвета разные. Цветочный принт и другие. Друзья мои, вот эти вот ковры 0,8 на 1,2, что стоили под 800 рублей, сейчас стоят 324 рубля. Бешеные скидки. Есть темная расцветка и светлая. Салонные коврики для автомобиля, их 5 штук, 820 рублей.
разные коврики для дома, влаговпитывающий по 146, преддверный 81 и против скольжения 180 рублей. Все они здесь в одной корзине. Очень удобно посмотреть, найти название, и будет понятно. Вот, например, против скольжения. Кстати, вот эти ковры, еще осталось несколько серых вариантов, которые нам с вами очень понравились. Это новая расцветка, смотрится очень хорошо. Ну и, конечно, много очень одежды. Ее я вам, наверное, уже покажу поподробнее в следующем выпуске. На сегодня буду с вами прощаться. Спасибо вам за внимание, за лайк, за положительный комментарий. До новых встреч. Всем пока. Берегите себя и близких.